Тонны нескончаемых вопросов проникают ежедневно в мысли. Регулярные поиски ответов приводят к россыпи слов. И вот снова апостроф, и снова пробел. Как разбавить серость будней? Как пережить груз давний? Зачем столько движений, пропитанных унижением? Далеко не гений, я больше по фене. Люблю игру строк окончаний, типа рифм слияний. Прием простецкий и древний, совсем недавно в этой теме. Эго растет, штампы в паспорте копятся, страницы заканчиваются, грехи отмаливаются, судьба так и играется. Как не было, так и нет смирения, лишь сомнительное телодвижение. Игр не хочется, надоедает одиночество. Есть кому нравится, есть с кем потешиться, но самому все же не верится, что что-то получится. Все так же туго дышится, будто конец близится. Что-то внутри тлеет и аромат источает, вернее воняет, едко и пробирающе собственное детище. Демонов полчище. Сделать бы слаще, сделать бы чище. Но чем резче и хлеще, тем ярче огнище разрывает нутрище. Чем больше открываешься, тем больнее обжигаешься. Гадкие мысли оставить земное поприще. Кому-то так легче, но я выбрал двигаться проще. Рано на кладбище. Ковыряюсь в чистилище.